Да-да, всем привет! Начинаем выносить за Виторию нежить. Ну и первое это у нас Орсон. Орсон, давайте вспомним, что он делает. Он защищенная нежить, да? Еще и удачливая нежить. У него урон от стрелков на 20% снижен. Последний из отряда остается в живых. То есть такой прям очень-очень неприятный персонаж. Не забываем, что он еще воскрешает. Поднятие мертвых у него вот усиленное. Армия, кстати говоря, крайне не слабая. Вот эти вот ребята, 290 скелетов, ну это сильно. Это вам, знаете, ну не шутки. Опять эта карта, кстати. Ну, тут я уже ее специально не выбирал. Но, ну, действительно, за Виторию она хороша, эта карта, да? За Виторию она подходит, потому что он персонаж хрупенький такой, но с довольно сильными лучниками, ну, плюс баллиста, да, и ну, инквизиторы тоже помогают. Значит, защита, игра в защиту, это прям то, что нужно. Можно так поменять, наверное. Ну что ж, играем, что. Здесь, конечно, сложно даже сказать, что нужно делать. Вынести баллисту можно, да? Ну, это так, шуточки все. Слушайте, ну надо этих скелетов выносить. Ну это главная боевая единица у него. Этого персонажа. Просто по чуть-чуть, потихонечку надо выносить скелетов. Ну, потому что это реально не шутки. Так, Орсон, что ты сделаешь? Понятно. Божественная сила на... арбалетчиков. Здесь чуму нет смысла класть, да, то есть, ну, вообще в целом ничего нет смысла делать. Крающий удар, думаю, ускорение здесь важнее для меня. Ну, здесь просто по прямой, потому что рано или поздно они все на ней выстроятся. Ну, это было больно, но особо с этим ничего не поделаешь. Стоим. Стоим, ничего не делаем. И что? Выносим. Выносим. Вот, продолжаем выносить скелетов. Это нужно делать. Не знаю, замедление на всех кинуть. Конечно, можно попробовать. Получилось. Отлично. Есть ли смысл? Есть, наверное, смысл. В принципе, силы-то равные более-менее здесь. Стоим. Не дергаемся. Скелетики, да? В целом, на самом деле, можно, наверное, личей подбить немножко. Ну, вообще, давайте сейчас вот этих ребят баллистой выносим скелетов. Лучниками тоже. Каменную кожу кидаем на нашего паладинчика. Грифон. Так, ну Грифон сейчас особо ничего не сделает. Да. Ну, это нормально. Так. Довольно глупый ход. Мне кажется, он больше урона бы нанес. Просто обычной атакой. Угу. Думаю, сейчас карающий удар надо сделать на всех. Угу. Так, ну пока что лучники, точнее, скелеты и драконы ничего особо не сделают. Стоим, стоим.
Ну, здесь деремся потихонечку. Не кипишуем. Выносим личей хоть чуть-чуть. Да, хоть чуть-чуть выносим. Ничего у меня нету такого, чтобы личей заткнуть вообще. Ослабление, да, ослабление на них можно кинуть. Немощность или ослабление. Уменьшает величину максимального урона, а немощность снижает нападение. Давайте снизим нападение. Потому что 23 лича это тоже как бы совсем-совсем не слабо. Ну, или так. Ну, хорошо. Да продолжаем, да? Продолжаем вышников мочить. Грифончиками чуть ближе подлетим. Да. Ну вот, видите, да? То есть 152 до сих пор. До сих пор огромное количество скелетов. Все, он просто издевается над моими ребятками. Ну, бьем, конечно. Бьем лучников. Да, заколебали. Просто заколебали. Надо снять HR, может, сделать. Ну, может, и не делать, да? Понятно здесь. Потихонечку выносим личей. Так, следующий танк на очереди, это у нас будет, да? Грифончики. Ага. Ну, все нормально. 117 скелетов, это уже, в принципе, не так страшно. Все равно страшно, но терпимо. Так. Что бы сделать? В принципе, можно разрушающий луч на скелетов кинуть. Надо было, наверное, раньше это делать. Надо, да? Просто выносим потихонечку ключей. Больно. Не забываем, что он умеет воскрешать. Делает это очень хорошо. Ну, здесь, думаю, личей уже выгоднее убивать. Три дракона — это ни о чем. Выносим. Тем временем личей, да, уже мало довольно-таки осталось. Здесь просто задебафаны до невозможности мои лучники. Немощность и замедление, да? Ну, не знаю, есть ли смысл. Снять HR 10 маны стоит. Ну, куда столько много, да? А вот воскрешение. Это гораздо приятнее. Крающий удар, кстати, по-моему, кончился, да? Сколько он длится? Этот крающий удар. Так-то 9-6 ходов, да? Но почему-то он ни на ком не стоит. Этот крающий удар. Надо думать. Чё колдовать? Каменная кожа на нем есть, кстати, нету, да? Каменная кожа. Чем дольше он будет жить, тем нам лучше. Поэтому думаю, что каменная кожа на него — это довольно важное вложение. Убит. Все, дальше будет что-то интересное. А вот что конкретно?
непонятно. В целом, можно... Ну что можно? Да, наверное, не стоит делать то, что я сейчас хотел сделать. Они же меня окружат просто, и все. Но с другой стороны, можно уже в раш идти потихонечку, мне кажется. Или нельзя? Непонятно, да? Не-не-не, выйдемся, выйдемся. Пока выйдемся. Так, давай. Нет. Нормально. Это было больненько, но не страшно. В принципе, да, 86 скелетов это уже так. Не сильно серьезно. 71 призрак. Тоже, в принципе, не страшно. Всех уже надо выносить. Всех надо выносить потихоньку. Давайте личей. Здесь, возможно, все-таки. Ну, не, воскрешение, это, конечно, слишком жирно. Замедление на них пропало. Мне кажется, что уже да. Нет, еще идет. Замедление. Божественную силу на арбалетчиков, да? Вполне неплохо. Угу. Угу. Можно отдать на растерзание грифонов уже, да? Конечно. Но это будет жопа. Нет, не, зачем, да, лезть на рожон? Нам это не нужно. Скелетики. Скоро эта гнида начнет воскрешать. Хотя сколько у него маны вообще? О, не, у него мана кончилась. Вы лошар. Ну-ка. Ну, конечно, промах. Понятно, ладно. Надежда была. Пытаемся вынести этих призраков. Слава богу, получилось. Стоим дальше. Защищаемся. За каменная кожа, конечно же, на грифонов. Тоже, чтобы стояли подольше. Угу. Ну ж тут что? Ну тут скелетов смысла бить нету особо. Думаю, что есть смысл делать, так это убивать драконов. В принципе, 5 лечей. Это уже не серьезно. Давайте драконов бить. Так, убьет, не убьет? Нет, не стал. Да, вот этого я и боялся. Ну ничего, три дракона это. Ничего. Да? Правда? Правда же? Это гнида. Так. А, 16 призраков. Ой, господи. Короче, понятно. Призраки это такие... Такие существа, конечно, приятные, да? Ну, сейчас они нехило меня вынесут. Ну, хотя, не так уж сильно. Я бы сказал, вообще не сильно. Бьем. Ну, ого. Чё я не умею? Что здесь мне нужно делать? Здесь мне, конечно же, нужно выносить призраков. Всеми возможными способами. Ну, давайте вынесем уже, да? Нет, не вынесли. Что-то. А, нет, вынесли. Нормально. Нормально, кстати, надо на них встать обязательно. Надо на них встать. В целом тут уже без разницы. Потому что... А, ну хотя маны-то у него нет. Я забыл, что у него мана кончилась. Можно было не вставать.
Ну, пофиг. Тут же не особо важно. Так, выносим призраков, потому что, ну... Сейчас это самое опасное, что у него осталось. Их выносить очень долго и неприятно. Бьем. Только призраков бьем. Потому что они единственные, кто сейчас могут долететь до лучников. А это самое худшее, что может произойти. Не говоря уже о том, что это все полнейшее фуфло. Надзор на... Кого? Не знаю даже на кого. Давайте на крестьян. Так. Нормально. Нормально танкуют. Наши латники пускай танкуют. 50 зомби. Конечно. Да ладно, это вообще фигня полная. Надо выносить. Ну, в принципе, уже ни о чем осталось призраков. А только на один отряд можно наносить надзор. Или типа на всех можно потихонечку наносить надзор. Ну, непонятно, да? Так. Личи по-прежнему у нас остались. Ну-ка. Ну-ка, ударит. Герой, герой. Да, ударит. Отлично. Призраки. Сейчас что-то замутят. Ну, нормально, они тут замутили. Ну, давайте, личи уже. Завязывайте с этим, да? Ага. Выносим, выносим. Очень их много. Что-то как-то прям. Три промаха из четырех. Странно. Надзора не было сейчас. Ну, значит, на последний выбранный отряд работает надзор. Ну, конец. О, боже. Тут без разницы, в принципе. Кого бить? Всех надо бить. Отличный отряд, конечно. Да, хватит. Нет! Но я не буду тратить баллисту на него. Я на него потрачу баллисту. Да, быть такого не может. А, сколько можно жить. Наконец. Это свершилось. Долгий бой, жесть. На. Ну ты куда попёрся? Какая зараза, а? Я хочу просто уничтожить этого персонажа. Я хочу уничтожить баллисту. И всех. Всех, кто есть вообще. Зомби эти, да? Одного все-таки вынес напоследок. Все, это конец. Фух, 20 минут я бился против Арсона. Ну такое, да. Но
Витторио, конечно, имбовый довольно персонаж, когда он на этой карте, да, когда он на защищенной карте, это прям позволяет развернуться, потому что и затанчить он, в принципе, может, да, на некоторое время. И как бы стрелки мощные, единственное, инициативы нет, удачи нет, ну такой, короче, да. Персонаж, если время на его стороне, то он побеждает. Ну круто. Ладно, продолжаем выносить нежить. Давайте, всем пока.